Так, по-моему, с Волкота Хейвен. Играем за терпилу Гоустфейса. За терпилу Гоустфейса. Ищем. Ищем выживших. Так. Бля. Терпила go успеть. Терпила go успеть. Ничего не может. Просто пешеман. Просто терпила. Просто пешеман. Просто терпила. Просто go успеть. Го успей, тушка, терпи, лушка. Вот и что делать? Что мне делать? Уже ген завели. Сейчас метка спадет и все. И все. Метка спадет и все. Это терпило, ничего не может. Терпилой гребаный. Гонюсь, гони. Гонюсь, гони. Опять прыгнуть в окно. Ну да, конечно. Опять прыгнула в окно. Опять. Опять побежал к дому? Ну, конечно. Объезд уже другое окно. И вот спросите меня, почему я к империи? Да потому что вот. Абьюз окон, блядь. Как это не к империи? Абьюз окон. Палет. Как это не к империи? По всем палетам будет. Просто по всем. Просто все палеты, которые есть в игре, по всем будет. Нереально играть. Просто нереально играть. О, фонарик. Я как раз фонариков не люблю. И тут фонарик попался. Это лучше, чем шарик. Фонарик. Я ненавижу фонарики. Я фонарики ненавижу. А тут куча палеток уже нету. Куча палеток уже нет, блядь. Фонарик гребаный. Она опять побежала к этим палеткам.
А где этот? А где? Сука, вот зачем вот это было ставить эту ширму? Зачем? О, а он раненый? Фонарик, иди сюда. Он, кстати, стоял за углом и ждал, пока я... это подниму, чтобы светить мне лицо. Я знаю вот этого, таких вот уебанов. Специально ждал, пока я буду светить, это, поднимать ее, чтобы мне лицо светить. Фонарик, блин. Еще один фонарик, их два! Два фонарика в одной катке. Жесть. Два фонарика в одной катке. Не, ну это невыигрываемо. Два фонарика в одной катке. А где Крыч? Где Крыч? Крыч убежал. Бросили бедную Микаэлу. Так бывает. Так, глянем уровни. Уровни небольшие, но... Два фонарика, это, конечно... Мне вообще фонарики не нужны за Гоуста с его родными перками. Потому что у меня задача затащить с родными перками. Так. Что тут у нас? Болото или как эта карта называется? Что ж. Пытаюсь сделать ачивку с тремя родными перками. А, фонарик, о, кстати. Сразу фонарик попался. Сразу. Сразу попался фонарик. Ну и я им буду душить, а что делать? Блять. Где она? Г-г-г. А где она? А что вы тут делаете?
гыть, это уж так могло гыть. О, фонарик. Фонарик, фонарик. Я надеюсь, у тебя-то фонарика нет. Блин, два гена уже починили, жесть. Фу. Так, ну что ж, кемперил, а что делать? Фонарик тупо будет ходить мне по палетам, я уже вижу. Поэтому кемперил лоха. Ну что думать, я ее не вижу, лич. О, подвальчик. Воблю можно душить. Иди, иди сюда, Кайра приседает. Тут и фонарик был, оказывается. Фонарик тут был. О, фонарик попался. Как раз попался фонарик. То, что мне надо. Что тут? Все-таки правильная тактика. Я бегал за фонариком, как в прошлой катке. Она меня водила по палетам до конца, поэтому видишь так вот, что кто-то водит по палетам, просто бросаешь. Просто бросаешь. А нафиг с тобой. Ugh!
Так, он сам все понял. Он сам все понял. Где фонарик? Где фонарик? Где фонарик, сука? Куда она побежала? Так глупо швырять это. Еще будет, блядь, вот убегать постоянно. Блять. Спрячусь, будто меня нет. Фонарик бежит к воротам. Фонарик бежит к воротам. Повторяю. Фонарик бежит к воротам. А Клавдия-то куда побежала? Сюда, что ли? Да, сука. Она сюда побежала. Она сюда побежала. Так. Так, куда тебя повесить? А вот сюда и повешу. Извини, отпустить не могу, задание такое. Получить ачивку «Безжалостный убийца». Беспощадно. Нет, это не то. Мне не дали. Из-за того, что один отключился, не дали. Ну вот из-за того. Вот как вот на нем сделать безжалостный убийца, если вот тупо отключаются. И эти давай гады себе. Потому что я их победил.
Теперь давай писай. Ой-ой. Что там? Ну, why you camping with my favorite killer? Здесь еще усилий. Зачем таким перешли на моем любимом убийце? Это так, ну, силе, не помню, что такое силе. Faceless behavior. Что такое? Faceless, не знаю, что такое. Напишу им. Его любимый киллер? Как он играет на этом манекесе, это любимый киллер? Это мой нелюбимый киллер. Это просто ужасный киллер. Просто терпил, а не киллер. Напишу им поцелуй. О, блин, только не эта карта. На этой карте минус 4 сделать. Это просто... Просто unreal. Так, надо сразу выбивать тут проходы. Вот тут проходы. Не люблю эту карту. Тут треугольника нормального нет. О, следы вижу. Он в подвал пошел? Да, да. Я его слышу. За то, что долго не сопротивлялась, я тебя даже кемперить не буду. А, блядь, не, бля. Она сопротивляется. Тогда буду. Извини, но... Она взяла конский этот. Я не люблю, когда люди берут конский этот. Учила Ник, я трахал твою маму. Да уж, да уж. Тут люди извращаются. О, уже два гена. Все, это генрашеры. А против генрашеров только кем? Только кем? Куда ты полез? Там есть... Там третий, да? Если там третий, за ним надо гнаться. Обычно ползут к третьему. Обычно ползут к третьему. Но нельзя сюда ползет. Не зря сюда ползет. Третий, наверное. Где-то тихорецы. Вон она, кладетка. Кладетка. Ладно, пусть идут. Пойду к ним перейти.
Что это значит красный? Не понимаю. Пакет лоста нет. Да, да, давай. Сам еще ускоряет свою смерть, ну-ну. Ты меня спалил? Кто меня спалил? Вот он, генраж. Вовсю, блядь. Сидела, позвали генерашу. Нормально же. Че, придет тебя твоя подруга спасать? И ну его не дебильный. Она где-то там. Она где-то там. И она ген чинит. Она чинит ген. Да. Она чинит. Да, 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 да. Она чинит ген. О, повезло. Ну чё, Гена? Будет ныкаться до последнего? Пока не умрет? Её право, конечно. Её право. Ныкаться до последнего. А вон она. Она даже не слышала меня. Какая хорошая способность.
Огоспейса, что его не слышат выжившие, когда он в подвале скрытности. О, неужели я сделаю обилку, а? Это просто жесть. Какой же это маньяк терпила? Как он ничего не может? Просто жесть. Да. Получим достижение опытный Ghostface. Безжалостный убийца. Просто повезло, что команда нубы. Каждый сам, да-да, ругательство писать надо, да, обязательно. Слился и надо писать ругательство. Просто повезло, что команда нубы. Что каждый сам за себя, да, туннелер, да. А, все так ты пишешь, да. Ругается, блин. Все, это заб... это кто последнего повесил. Нея. Очень хотел убежать. Какие-то ругательства, блин. Смешной такой. Короче, вот только так и можно сделать. Вот эту ачивку на Ghostface. То есть... надеетесь, что попадете на команду вот таких вот игроков, где всем на всех пофигу, где игроки не генрашат, то есть, ну, как бы чинят генераторы, но без фанатизма, то есть, где делают там, например, ошибки при проверке скилл-чеков, делают ошибки там, или там отвлекаются там на сундуки, на тотемы, вот, короче, не генрашат. Нету фонариков и стараются друг другу помогать снимать. Вот только тогда можно сделать ачивку. В ином случае это терпимый маньяк, просто вы никогда не сделаете на нем безжалостный убийца без каких-нибудь классных скиллов и аддонов. Увы, но ачивку на нем не сделать. А на этом все. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.